Алоха, братья, с вами Варчик, и хочу вас обрадовать ответами разработчиков. Да, вы не слышались, ответы разработчиков могут радовать. Это такие вот ответы разработчиков, землянки какие-то, выборочные ответы. Итак, посмотрим, что же там наотвечали. Вначале разработчик Алексей Ильин Инаки отвечает, что они не готовы трогать советские средние танки высокоуровневые, такие как 140, 62, 430, 907, Т-22СР. В принципе, там будет какой-то АП-140, я насколько я понимаю, но типа полного какого-то ребаланса этих танков, я так понимаю, не будет пока что, потому что разработчики увидели, что по поводу батчата там комьюнити взорвалось, и по средним танкам будет еще больше. Они говорят, что батчата не нерфят, батчата переделывают, и уже игроки, комьюнити недовольны, поэтому они не готовы к переделке средних танков. Дальше, легенда этой игры, которая где-то там была, когда-то что-то нагибала, но разнагибалась. Type 59. Очень скоро, я надеюсь, уже на следующей неделе он выйдет на супертест. Что решили потрогать, не буду говорить. Увидите сами, сейчас идут финальные настройки машины, сказал разработчик Ильин. Итак, что же мы будем трогать, неизвестно, говорить не хотят, но мы увидим. Я догадываюсь, что, наверное, стабилизацию будут трогать ему. Возможно, подвижность. Это, наверное, самые две больные темы у этого танка. Ну и, конечно же, пробитие еще больное, но этот танк льготный. А у большинства, практически у всех льготных танков, пробитие — это больное место. Поэтому мне кажется, что там какая-нибудь проходимость грунтовая, там движочечки, удельная мощность, стабилизация, сведение, точность, возможно. Посмотрим. Точно не знаю. Разработчики же не говорят. Увидим. Владельцы Type 59, пишите в комментариях, вам уже не пофигу, что его апают, вы еще помните, что он у вас есть в ангаре. На следующей неделе супертест вот ждут многие машины, мы потестируем паттерны, М46, М48, с ними почти все хорошо, кроме того, что они не актуальные машины. Большая башня, много уязвимых мест, машина по факту вытесняется всеми остальными СТшками. По совокупности характеристик ей что-то не хватает, с ними и визуальные изменения будут происходить. 59 паттерн тоже потрогаем. В принципе, я согласен с разработчиками, что танки вроде нормальные, но такое ощущение, что все апают, они такие типа посерединке где-то. Но если разработчики из всех танков собираются сделать имбу, тогда трогайте. Ну, 59 паттерн, я не знаю, еще можно раз 30 апнуть, там просто танк призван быть конченным. Ну и в конце немного ответов с Танкфест 2017. В планах исправить ситуацию с экономикой в игре, со временем не будет постоянного фарма серебро и сливай на десятках. Ага. Еще прям танки перестанете продавать, я понял, ага. Новый балансировщик в некоторых случаях уменьшил общее количество хп на команду, что приводит к меньшему урону у игроков, и следовательно они получают меньше кредитов за бой. Мы над этим работаем. Они работают. После перевода карт в HD мы начнем работу над геймплейными изменениями на этих же картах. Вау! А я думал, такого я никогда в жизни не дождусь. Еще и геймплейные изменения будут. Вот это реально то, что я хотел услышать. То, что их переводят в HD, мне на самом деле очень радует. Но мне кажется, важнее то, что карты неиграбельные. Это то, что нужно менять. И я это наконец-то услышал. Не прошло и миллиарда лет. Но опять же, когда это будет? Посмотрим. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пишите в комментариях комментарии. Всем пока-пока. Панч. После перевода карты в HD мы начнем... После перевода карт в HD мы начнем работу над геймерплеером. Мы подтестируем над геймерплеером. Панч.